На новую детскую площадку юные жители Елховки мчатся со всех ног. Здесь почти никогда не бывает пусто, разве что ночью. Просыпаемся рано, в выходные дни, бежим на площадку, говорю, у нас давай хотя бы дочери говорю, позавтракаем. Нет, на площадку, сейчас там займут качели, там все такое. Ну, нравится, дети радостно идут. Довольны дети, что у нас теперь есть такая площадка, дети заняты. Горку, качели, турники, песочницу и многое другое построили в рамках государственной программы «Комфортная городская среда». В 2018-м в Елховке благоустроили уже 5 жилых домов и 2 дворовые территории. Установили освещение, скамейки, а также отремонтировали внутридворовые проезды и обустроили парковочные места. На следующие годы, значит, мы планируем произвести благоустройство многоквартирных домов. 3 на территории нашего районного центра. Предусматривается на территории, значит, 1 детская площадка. Значит, проезды также ремонтировать будем. А это уже село Пролейка Елховского района. Здесь живут чуть более 200 жителей, большая часть из которых пенсионеры, нуждающиеся в медицинской помощи. До Елховской ЦРБ примерно 8 километров, а это либо 4 часа пешком туда и обратно, либо 300 рублей на такси, рассказывают жители. У кого-то давление, у кого-то еще что-то. И поехала я в больницу, прописали мне уколы, а нам негде уколы поставить, потому что у нас нет медицинского работника. Медицинского пункта, по словам местных жителей, здесь нет уже примерно 15 лет. Когда-то его закрыли из-за малой численности населения. В этом году в Пролейке приступили к строительству фельдшерско-акушерского пункта. Уже готов фундамент здания. По окончании строительства ФАП будет оснащен оборудованием для оказания плановой и неотложной медицинской помощи. Кроме того, здесь будет дежурить фельдшер. Это человек, который может поставить диагноз, может оказать любую, включая первую медицинскую помощь, неотложную помощь, ну и, конечно, плановую помощь. Это практически терапевт, на все руки мастер. Очень рады этой программе. Большое спасибо Азарову, что нас не обошли стороной, что нам делают, строят ФАП. Очень большое спасибо. Мы всем селом рады. В рамках нацпроекта идет и строительство ФАПа в селе Покровка Борского района. Работы выполнены уже наполовину. Объект будет готов к началу сентября. Раньше мы медицинскую помощь получали в бывшей школе, в маленьком закуточке на 2-м этаже, неотапливаемом. Сейчас будет у нас медицинская помощь проходить в большом красивом помещении. Население Борского района 23 тысячи человек, из них 4 – это дети. Для них в рамках нацпроекта ремонтируют поликлинику, поменяется буквально все. Вход будет оборудован в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Появится современная регистратура, зона ожидания. Закупят и новое оборудование. Это двухэтажное здание 70-х годов постройки, в котором с тех времен не было капитального ремонта. И вот сейчас уже с прошлого года была начата работа по предоставлению и составлению смет. Сметы были утверждены, нам выделены средства, и ремонт детского здания начат со стационарного отделения. Перемены уже ощутимы в рамках программы «Комфортная городская среда». Это также часть нацпроекта. В районе активно приводят в порядок дворовые территории. Строители все делают в соответствии с просьбами жителей. Вот что есть, все правильно сделано. И осветитель стоит, асфальтировали, урну поставили, скамейка, стол. Все, что мы писали, то и получили. Когда здесь приступили к работам рабочие, я, конечно, подходила, интересовалась, где, как, что будет. Хоть человек я в этой сфере не понимающий, но старалась вникать. Ну, в общем-то, получилось, мы считаем, что получилось неплохо. Все довольны. На встрече с губернатором глава района говорит, особая гордость – это парк в селе Борском. Работы разделили на несколько этапов. В этом году общественная территория предстала во всей красе. Сделали асфальтированные дорожки, осветительные фонари поставили по всей территории, отреставрировали, отремонтировали танцевальную площадку, реанимировали, которую много лет уже. Ну, вы ее наполняете, то есть да. Там теперь для всех этих кружатся диски. Там и диски кружатся, и для старшего поколения, и для детского, детская площадка уже полностью занимаем, конечно. Ну, вам наполнять их, да. Чтобы они не пустовали. Вот сделали, да, их наполнять досугом очень важно, чтобы они точкой такой притяжения становились. Вот как раз одна из дискотек. Счастливы как и подростки, так и уже взрослые люди. В рамках нацпроекта предусмотрели даже зону для выступления музыкантов. Теперь здесь всегда праздник. Я так рада этой танцевальной площадке. И учитывая то, что как долго мы добивались того, чтобы нам позволяли устраивать дискотеки, то по всему очень круто и хорошо сделали.
очень атмосферненько так. Спасибо людям, которые это все организовали, людям, которые тут трудились, делали. Спасибо огромное. В рамках национальных проектов работы сейчас идут по всей Самарской области. Президент России Владимир Путин поставил задачу почувствовать улучшение качества жизни. Люди должны уже в этом году. Кирилл Козин, Ольга Павловская, Павел Баймаков, Владимир Терентьев. Новости губернии.